Тирасполе вырос спрос на китайскую вакцину. В некоторых поликлиниках запасы заканчиваются раньше, чем рабочий день. В остальных районах республики пока ажиотажа нет. Китайские вакцины поступили в Приднестровье всего неделю назад. 35 тысяч доз на 17,5 тысяч человек. Спрос на них большой. В некоторых столичных поликлиниках к концу рабочего дня уже вынуждены отказывать тем, кто пришел сделать прививку от ковида. Мы начали вакцинировать предприятия города. Там большое количество населения, которые живут в Тирасполе. Пошла потребность большая в этой вакцине. Плюс население пришли в поликлиники. Каждая поликлиника получает на день определенное количество препаратов. Предугадать заранее, сколько человек будет провакцинировано, сложно. Многие приходят прививаться без предварительной записи. И если поначалу в Тирасполе предполагалось вакцинировать китайскими препаратами в порядке живой очереди, сейчас жителям столицы рекомендуют все-таки заранее звонить в поликлинику. В каждой поликлинике, в зависимости от того, какое количество населения закреплено за каждой поликлиникой, идет распределение этих вакцин. Если, соответственно, поликлиника обслуживает большой район, то больше вакцины туда направляется. В других районах республики китайской вакцины сейчас хватает всем. Мы обзвонили все города Приднестровья, и везде ответ один и тот же. И Синовак, и Синофарм есть в достаточном количестве. Где-то вакцинируют по предварительной записи, где-то можно прийти в любое удобное время. В России до 4 во всех поликлиниках города происходит вакцинация двумя вакцинами – Синофарм и Синовак. Я AstraZeneca, но только в центре вакцинирую. На сегодняшний день все обеспечены в полном объеме, желающие население может вакцинировать. В Дубосарах и в Рыбнице прививочные кабинеты есть только в районных поликлиниках. Но при необходимости медики готовы организовать выездные бригады в отдаленные села. Для жителей Слободейского района, кроме центральной поликлиники, пункты вакцинации работают в селах Красное, Глиное, Чобручи, Карагаш и Фрунзе. Синовак и Синофарм. В достаточном количестве. Вот сейчас, если хотите, подходите, мы вас вакцинируем. Как рассказали нам, в Каменском районе люди чаще выбирают Синофарм. У этого препарата между двумя дозами минимальная разница – 3 недели. У многих желание побыстрее съездить на море. А в Григориопольском районе спрос на вакцинацию в сельской местности только начинает расти. Сейчас люди узнали, что есть такая вакцина, что можно привиться, что она безопасная, хорошая. И сейчас больше появилось желающих. Вот. Таким образом, у нас на вчерашний день привилось в Григориополе 75 человек с Синофармом. И по СВА еще, получается, 50 человек. И еще взяли 50 доз нашей СВА. Что касается Тирасполя, если вакцин и дальше не будет хватать, Республиканский центр гигиены и эпидемиологии сделает переброску для городских поликлиник из районов, где они не настолько востребованы. Алла Горбатенко, ТСВ.